Итак, неважно какое время суток, добрый день всем, кто меня видит и читает. Сегодня мы постарались узнать, кто летние супергерои, кто спасет нас от жары и мошек, и как близки новосибирцы к природе. Все это вы увидите сами. Мы едем в лето! Мы едем в лето! Мы едем в лето! Сейчас мы спросим мнение у солнечного мужчины. Скажите, пожалуйста, вы такой сегодня солнечный? Нет. Вы пробовали уличные растения? Нет. Никакие? Никакие. И даже томаты? И даже томаты. А варенье из томатов? Тоже не пробовал. А варенье из шишек? Ну, было дело, может быть. Нет. Добрый день, скажите, пожалуйста, а вы едите уличные растения? Нет. И ни разу не пробовали? Не пробовал. Никакие? Никакие. И даже в детстве? Нет. Такой нежный вкус. Да. А ты ешь уличные растения? А что ты кушаешь? Листики, цветочки? А что именно? Может, самый любимый цветочек есть? А варенье из одуванчиков? Ну да, было. Ну, с одуванчиков-то нет, салатик. Очень вкусно. Очень вкусно, да? Теперь испробуем ранетки. Еще зеленые и кислые. Это вы ягодка? Да, потому что имя сочетаемо. Виктория. Спортивный мужчина. Скажите, пожалуйста, да? Вы такой спортивный, а вы могли бы стать летним супергероем? Летним супергероем, ну как вам сказать, у нас вообще-то сейчас идет футбол, чемпионат мира по футболу, и в основном-то тут многие, больше полстраны супергерои. Все болеют, все занимаются спортом, футболом, баскетболом и так далее, и так далее. Я очень рад, что сохранили вот этот вот парк. Добрый день, девушка. Скажите, пожалуйста, у нас зимние супергерои – это Санта-Клаус и Дед Мороз, а летние? Летние? Ёжик? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а летний супергерой, может быть, это вы? Добрый день. Скажите, вас замучила мошка? Конечно. А вы можете назвать хоть одного летнего супергероя, который спасет вас от мошки? Ванилин? Да, ванилин. Ванилин, летний супергерой. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы сидите так давно уже в парке? Может быть, вас замучила мошка? Есть немножко. А чем вы можете помочь мне? Мы хотим, чтобы вы назвали летнего супергероя, которого можно позвать, и он спасет вас от мошки. Вы знаете такого? Ну, которого от мошки спасает, не знаю. Плохой. А скажите, вам мешает мошка? Очень сильно. Гули едят мошек, то они наши супергерои. Спросим их. Гули, выйдите, мошек. Гули. Они едят мошек. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы спасаетесь от жары? Господи, боже мой. У вас есть супергерои, которые спасет вас от жары? Вот зимой это Дед Мороз и Санта-Клаус, а летом? Господь. О, девчонки. Вот зимой мы поклоняемся Дед Морозу, Санта-Клаусу, а чему мы поклоняться можем летом? Ох, девчонки, вопрос на засыпку называется. Ну, а вы подумайте. Что-то мысли сказать честно не о том, девчонки, правда. Добрый день. Скажите, зимние супергерои – это Дед Мороз и Санта-Клаус, а летние? Я не понимаю, о чем вы говорите. А вот кто может быть летним супергероем? Кому мы тоже будем обращаться за помощью? Человек-паук. Человек-паук? Вы знаете летнего супергероя? Кого? Летнего супергероя. Вот зимний супергерой Дед Мороз и Санта-Клаус, а летний? Иван Купала. Скажите, а вы знаете обряд или слова, которые помогут вызвать дождь? Это тайна. Добрый день, мальчик. Здравствуйте. Здравствуй еще раз. Тебя как звать? Лёша. Лёш, ты качаешься? Да. Ветерок дует? Нет. И ты не спасаешься от жары? Нет. Совершенно вообще не спасаюсь. А знаешь ты летнего супергероя, который спасет тебя от жары? Нет. Еще раз скажи. Нет. Хорошо. А зимний супергерой кто? Дед Мороз? Ну, может, да. Тогда летом кто? Мы едем в лето!